Стоит отметить, что эти переговоры ведутся сейчас в Москве между объединением работодателей и, собственно, горно-металлургическим профсоюзом России. Речь идет, по сути, о всей горно-металлургической отрасли. И если сторонам не удастся договориться по принципиальным моментам, связанным с оплатой труда, то можно говорить о некотором снижении льгот и гарантий горнякам и металлургам. А это, сами понимаете, достаточно большая категория работающих людей.